Приветствую вас, мои хорошие. И вот я довязала шаль для мамы. Она же ее и демонстрирует. На эту небольшую шаль ушел один моток пряжи Нака Ангора Люкс, цвет номер 81-911. Вязала я по мастер-классу. Я рассказываю об этом в предыдущем ролике в моем плейлисте «Мои вязальные процессы». Крючок номер 3,5. Постирала я шампунем для волос и отжала в стиральной машине. Полотно получилось эластичное и немного вытянулось. Блокировки акрил не поддается, не было смысла, тем более я уже экспериментировала с такой пряжей. Пряжа немного колкая. Если носить на шее как бактус, то не очень комфортно, но в морозы об этом забываешь, зато тепло. Вот крупные планы нити, где видно, что она немного пушится. Благодарю, что зашли на мой канал и досмотрели это видео до конца. До новых встреч!